Вениамин Кондратьев провел селекторное совещание о паводковой ситуации. На видеосвязь с руководителем региона вышли все главы муниципалитетов. Накануне из-за сильных дождей поднялся уровень воды в нескольких районах. В Мостовском ввели режим ЧС. Там в поселке Псибай оказались подтоплены 113 придомовых территорий. Местным властям губернатор распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Под особым контролем сегодня также находятся Лабинский, Успенский, Новокубанский, Кавказский районы и Армавир. Главам этих муниципалитетов Вениамин Кондратьев поручил ежечасно контролировать уровень воды в реках, а также еще раз проверить систему оповещения и подготовить возможные места временного размещения людей. А оперативным службам функционировать в режиме повышенной готовности до спада паводковых вод.